Париже могут запретить ездить быстрее 30 км в час. Мэрия французской столицы планирует ввести ограничение скорости практически на всех улицах. Исключение составят кольцевая дорога Периферик, опоясывающие Париж бульвары и несколько крупных авеню. Власти считают, что мера усилит безопасность на дорогах и улучшит экологию. Сегодня скоростные ограничения существуют примерно на половине улиц Парижа.